Что за... Эй, Якуб, кажется, я встретил этих зубастых ублюдков. Ага. Это енох во всей красе. Война меньше из зол. Это дерево. Здесь я очнулся. Записи. Интересно. Какие-то заметки. Ха, дневник. Алём, мы почти в лагере. Принято. Как там Джейн? Она едва держится. Я делаю, что могу, но она должна выжить. Какие-то старые записи. Тут записи. Что-то написано. Thank you.
Захиди, я перехожу мост. Где грузовик? Рядом с городскими воротами есть гаражи, которые смогут защитить его от аномалии. Я на месте. Здесь много грузовиков. И все одинаковые. Я спрятал чемодан под дверью со стороны водителя. Да просто обыщи все! Следующую могилу буду себе копать. Надеюсь, все это не зря. Боже мой. Еще работает? Спутниковая связь. Единственная связь. Так, так вот что ты искал, когда нашел меня. Да. И связь все еще есть? Как? Чемодан из мю-металла. Изолирует.
Его не открывали, и электроника не пострадала от аномалии. Так, это связь с чем? С Флорес? Разве корабль не разобрали для колонизации? Почти. Но связь с ним оборвалась. Половина нужных ресурсов осталась на корабле. В грузовых капсулах. Семена, техника, диски с данными. Ничего не достать. С этим мы можем восстановить цивилизацию. Но в этом нет смысла, пока нам не удастся найти место без этих бурь. Я знаю. Это просто мечта, но именно она помогает нам не опустить руки. Вот оно что. Значит, Шира послала меня к тебе, чтобы достать тот груз. Так, и что теперь? Та частота. Я смогу отследить источник сигнала. Надо только найти антенну повыше. Знаешь, где такая? Да. В Орлиных пиках. Но не сейчас. Сказал же, все, кто уходит на это сраное задание, погибают.